Просіння Антоніни Вадиміра, Ольги Михайлівна Якова, Глоби Марини, Наталі, Аніти, Дарі Марини, Ніколи Валентини, Віктора, Надєжі, Івана Олександра, Мірона, Любові, Анастасії, Дмитра, Параскеви, Яна, Маніця, Олексія, Маніця, Ніколи, Маніця, Зінаїди, Маніця, Віри, Маніця, Олександра, Надєжі, Софії, Ніни, Константина, Олександра, Михайла, Василія, Єліса, Вітанни, Григорія, Анатолія, Євгенії, Євгенія Вадиміра, Марія Євгенія Вадиміра, Юліана, Феодора, Ольги, Андроні, Олександра, Ніна, Анатолія, Євгенія, Олексія, Марія, Марія, Йоанна, Григорія, Стефаніди, Ольги, Фелікса, Якова, Марфи, Ярослава і всіх усопчих сронки, яже проситися всякого прирешення, вольному же і неволному. Яко Господь Бог учинит души деже правни упокояются. Милости Божия Царствие Небесное оставление грехов и Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Господи помилуй. Боже Духов и всякий апостол смерть поправь я во праздневый живот милостом даровавы. Сам Господи покрой души усопших раб Твоих. Всех земные поминаемых. Православных христиан от века почивших. Христе Боже наш, вместе светло, вместе с вашим, вместе покойнее, от нее дуже отбежит болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, твоим словом, едим и помышлением, как обогичный кровь из Бога прости, как конечный, ты же будет не согрешит. Ты бо один, кроме греха, правда, твоя правда, бо веки слов истина, яко ты си воскресение, живот и покой, усопших раб твоих, предков деревни, зубры, и всех усопчих сторонних Христи Божия наших Тебе славу отсылаем, чтобы нашим Ты Отцем пресвятым и Богим и Страшим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Покойся, Спаси наш, праве Ты мира бы Твоя, и сия, цели подборы Твоя. Я, Боже, я списала, презирай Бога в прегрешения их, вольная и невольная, и все же в едине не видит ничего веколобче. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков, аминь. От Тебе и во сия бит миру Христе Боже, Сыну Святого показаны помни. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и во веки веков, аминь. Есть я, яко же Ты, Господи, Боже мой, вознеси родины Твои блаже. И утвердили нас на камени исповедания Твоего. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Упокой, Господи, душу усопших раб Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И пресвяти во веки веков, аминь.